Призывы выйти из дома звучат из телеграм-каналов, социальных сетей и средств массовой информации. Такие мероприятия не санкционированы, отмечают специалисты. И агитаторов никто не знает. Для обеспечения общественной безопасности, предотвращения беспорядков и преступлений, а также охраны здоровья населения установлено законное введение определенных ограничений. Хотел бы предупредить не поддаваться призывам и предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной либо к уголовной ответственности. Прокурор Бобруйск отметил, Беларусь – государство, в котором мирно сосуществуют люди различных конфессий и политических взглядов. Необходимо вести себя так, чтобы не доставлять неудобства своим соседям, родным, близким, не допускать раскола в обществе посредством использования различной атрибутики либо различных высказываний, которые не позволяют в дальнейшем мирно сосуществовать друг с другом. Необходимо понимать разницу между законным массовым мероприятием и несанкционированной уличной акцией. Это очень важно. Статья 35 Конституции гласит: «Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством». Ключевой посыл из Конституции – свобода лишь тогда свобода, когда она не нарушает права других. Максим Кембель, Максим Галеон, Бобруйск, 360.